Надо добраться как-нибудь до этих букв. Yes. Так, там дружественная морда. Чуваки! А что теперь отец думает об Иоанне? Ты что скажешь? Была возле таксидермической мастерской Мейбл. А, там да. Киса. Говорят, возле нее нашли мертвых сектантов. Похоже, весь патруль вырезала пума. А, он бы рассказал бы как раз про это. Квест. Собака убила корову. Давайте. За что? Чего? Что-то я не очень понимаю все-таки, как эта снайперка работает. Ну, то есть, ладно, как-то просто непривычно после других каких-то старых... Шутеров. Здравствуйте. Извините, я не вас. Эй, а ты откуда взялся, придурок? Такой вообще зареспавнился. Так, ну что, какой у нас план, куда? А, мы можем дружбанов позвать. Ника будем звать или пёсу? Да пёса давай. Да. Ника это который с этого... Да, вот. Самолёт, и что-то он какой-то, ну такой. Смотри, вот если мы на юг пойдем, там у нас, смотри, поле есть, силосная башня, надо взорвать. И еще одна. Прям по дорожке. Подожди. Фу. Если на карту посмотреть. Ну, мы как бы идем до ближайшей машины, теоретически. А, о, телепорт появился, ура. Да? Поехали тогда. А интересно, почему не работал? Странно. Ну, боевка, видимо, была. Остаточная деформация карты. После битвы. Так. Вон, кстати, там еще одна башня твоя хилостная. Можешь сходить взорвать. Так. Блин, у меня гранат, кстати. Их, по-моему, можно расстреливать просто. Ну, проще взорвать. Там кто-то кого-то в чатике уже свел, там уже романы строятся, свадьбы планируются. Господи. Любовь, деньги, рок-н-ролл. Забавно, если у тебя там переженится кто-нибудь. Я не удивлюсь. Чё ты гавкаешь? Ты там пытаешься башню расстрелять, да? Да-да, зря. Чем? Ой, это я тоже зря. Слушай, а эти... Вот так-то делается. Круто. Динамит нормально взрывается вообще? Да. Ну, со временем, естественно. Черт возьми! Вот это грохот! Ты ударила по башне? Да. Эдемщики хранят в них удобрения, из которых делают взрывчатку. Они использовали ее, когда напали на нас с Ником. От нее не сбежишь. Сносит все в округе. Знаешь, что я думаю? Возьми самолет Ника. Он не будет против. Че ржешь? Ну, ты не слышала, что она говорила? Возьми самолет. А, самолет Ника. Да нет, спасибо. Уже брали. Плавали, знаем. Стой, не беги, отметь биноклем. Кошка. Так, радиовещание надо немножко убить. Нельзя так, да? Что это за хрен такой? А, понятно. Обычный паренишка. Ой, блин, у них там снайпер хороший такой сидит. О, блин. Йор, побьярия. Блин, я тебя не пожелал из тебя. Надо снайперов снять скорее. Господи, как подниматься-то?
Так. На горку? На горку или что? Я забыла, как по кошке подниматься. По-моему, там только спускаться. Хотя, кстати, нет. Я не знаю, я покаталась туда-сюда. А, вот, бумер подошел. Бумера поднимите, пожалуйста. Он меня поднял. Ты снайперов снимала? Я их не увидела особо. Вроде один был. Так, господи, что ты нагнулся там вовремя. Бумер так попадает. А если не оставаться в сознании, то чего? Просто вы умрёшь? Ты упала, что ли? Ага. Надо на крышу забраться, короче. Могу понять, его же заслонить, что ли? Камень? Нет, по-моему. Там сама лежишь? Нет. А тут на 4 метра ко мне что-то приблизилось и остановилось. Или бумер собака. А, понятно. Отлично. Нашу хату. Я не могу понять, что двигаться сама. Либерейтор. Освободитель, он же. Что ж, ты лишил меня дома на радость своему сопротивлению. Если бы стены могли говорить, точнее, кричать. За помощь. В общем, знай, рано или поздно я верну точно его. Супер. И тогда я повешу твою кожу над камином в качестве трофея. Догони сперва, придурок. А, то есть ты уже не хочешь, да, меня обратить в свою веру? Так. Ты искупил грехи, ты исповедался. О, автоответчик прикольный, иди ко мне быстрее. Ты многое сделал для меня и для брата Дэма, но этого мало. Понимаешь? Забудь о прошлом. Ты должен раскрыть свое сердце. Ты должен увидеть, что окружен любовью. Ты сеешь страдания и боль, но они не помогут нам. Это лишь подпитывает твой грех. Он будет расти. Он будет заставлять тебя творить зло. Те, кого ты ранишь, исцелятся. На них ляжет печать твоего греха. И они передадут его другим. Я видел твою смерть. Ты обречен. Грех приведет тебя к гибели. Он вернется в новом обличье. Это вопрос времени. Ты умрешь молодым или стариком. Все зависит от того, раскроешь ли ты свое сердце для любви. Надеюсь, ты услышишь мои слова. Я хочу, чтобы ты дожил до седины в раю, как мы и планировали. Я люблю тебя, брат. Люблю.
Все-таки я не могу до конца понять, они реально родственники кровные? Или они как бы, знаешь, единые идеи ведутся? Да, я думаю, что могут быть родственниками. Ну да, наверное. Просто помнишь, когда про Яна говорили, то, что его родители волокли на кухню, а остальные тогда дети что делали? Mm-hmm. Ну как-то, знаешь, как будто бы он один в семье был. Ну то есть создалось такое впечатление. Но, с другой напоминает стороны... дом Алана Уэйка. Немножко там стояли внизу. Ну чуть-чуть, да вообще клевое место. Нет. Хорошая штаб-квартирка такая. Так, давай на карту позыркаем. Ну, будем пока что считать, что они кровные родственники, но не удивимся, если окажется, что нет. Здесь, кстати, самолетик можно взять, не забывай. Так, знаешь, а что это у нас там? Говорят, возле нее нашли мертвых сектантов. А что за квадратики? Вот смотри, видишь, на... с колокольчиком на шее. Там, странно, понятно. Но, пожалуй, стоит проверить. Мыс Мейбл, кстати говоря, на карте отметилась. Ой, совсем далеко. А, это с кошкой. Все понятно. Короче, смотри, мы сейчас можем... А ты не проходила его еще, да? Нет. Мы можем, смотри, сейчас ехать путь героя, описание. Вот Ларри поручил вам уничтожить подслушивающее устройство на башне Перплтон Телеком. Смотрите, под ноги упадите, переломами не отделаетесь. Короче, это на этом самом... То ли на вертолет туда летит, то ли что. И там рядышком как раз раньше Келлетов. Освободите аванпост. Ну и, в принципе, там же, кстати, тайник. И дальше зип-кубка. Это уже зона этой бабы. А, нет, вру. Это все еще Иоанн. Но там мы еще не были вообще. И там очень много-много побочных заданий. И праздник живота с жратвой и вообще. Побочных. Круто. В записках в начале игры писали старший брат, средний брат, младший брат. Ну да, но вдруг это, знаешь, они же все там братья, отцы друг друга. Ну знаешь, мало ли, черт его знает. Но вообще да, спасибо за все. Изначально как бы будем считать, что они родные. Скорее всего так и есть, но кто его знает. Так, машину нашла, поехали. Да. Просто когда вот сказали про Иоанна, вот это вот, то, что родители тащили его на кухню, создалось впечатление, что он один ребенок в семье был. Да, как будто бы не было других. И на всякий случай, ребят, за спойлеры бан, в общем, мгновенно, имейте в виду. Мгновенно страшно. Так, активно. Черт, там мужичок что-то говорит. Я отвлеклась на клавиатуру. А, во, музло нормально пошло. Я просто мельком выцепила, где там меняется музло на радио, но что-то я сейчас нажала и что-то слушаю. То ли оно выключилось, то ли оно что. Кстати, ты знаешь, что когда сидя в машине, включить автоприцел на врагов? Слышала такое, да. Повернем-ка мы тут, пожалуй. Ой, ничего себе, я в менюшке полазила. Так, все, застряли. Умри, блин, нафиг. Ты, может, с машины-то выйдешь? Подожди, лучше нам было. Пулеметчиком. О, слышишь, хороший замена. Не, Бесконти, я говорю про то, что кому-нибудь что придет в голову сказать что-нибудь лишнее. Они же могут, люди некоторые, так делать. Поднимите мне веки. Понял. Ты что, охренел? Бляха. Вот этот охреневший меня убил. Собаченька, поднимись. А, черт, и собачка тоже. Видимо, всех надо. Да. А я, главное, понимаешь, я подбегаю к нему, он с индюком сражается, и он, короче, отмахивался от него, и мне, короче, по щам заехал прикладом. Да, там они вообще какие-то лютые. Они, кстати, такими не были, повторюсь, в одиночной игре. То есть только в коопе они такие
Да. Убийственные ребята. Я это знаю, потому что заметила. 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 Так, где мы? Мы вот там. Господи. Там что-то взорвалось, смотри. Кому-то плохо стало. Силосной башни взорвалось что-то. Носочки такие лежат. Детские причем. Господи. Смотри, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Смотри на плакат. Ты кого? Я себя вижу, себя? А ты себя? Да? Ага, я себя. Назвала. Грешник. Грешница. Грешница. Попрошу заметить. Ой, там дичь происходит, слушай. Почему тут в доме такое эхо дикое? Ладно, короче, тут ничего нет. Здесь чердак, кстати говоря. А, да? Что такое? Иди сюда, моя пусенька. Оти хороший. Это сейчас дуэль начнется. Заколебальте меня. Ладно, пойдем. Нам километров. Слушай, всего. А, в этом тайнике же мы были, да? В каком? Я вижу тайник. Какой тайник? Не знаю, какой тайник там видишь. А, я вижу, ты лежишь. Я еще смотрела на эту бочку и думаю. А ты что? Зачем? Чтоб поближе, чтобы не бежать 3 километра. Так ты же прям там лежишь. Где там-то лежу? У этого здания? Так мне не к этому зданию. Нам не к этому зданию, нам к другому, который в километре. Так я тайник нашла, мать! Ты не дала его посмотреть даже. Так как ты там тайник? Я тебе говорю, там тайник нашла. Чатик, скажи, утверди. О, здравствуйте. Ты посмотрел на меня. Где там этот дом-то был? Дом Лора. Ой, я теперь уже не вспомню. А, ну да. А, самолет с пулемета на машине. Я так делала, не очень нас. Слушай, нам надо перезвонить. Примерно одинаково. Слышишь? Шансы, да. Слышу. Что? И что ты слышишь? Надо перезвониться. Захожу в Дискорд. Сейчас. Невозможно уже жить. Сезанный Дискорд. Да. Угу. Получше? Да одна хрень, по-моему, если честно. Нет ничего хуже скайпа. Так, это место? Да, это место. Где тайник? Давай, вещай. В том тайнике вы уже обыскали тайник. Написал мне Мурзилк. Вот я тоже думаю, какой тайник? Если он на карте не отмечен, ничего. Какой тайник? Блин, знакомые места. О, Господи. Пошли. Телепортируй нас. О, какие прекрасные колокольчики. Ты, кстати, прочитала статью про этого Дэвида Куреша? Нет. Я не хочу отождествлять этих персонажей. У нас свой. У нас Иосиф Сид. Никаких Корешей. Так, нам вот туда. Но он реально прототип же. Интересно. Ну и ладно. Вот пройду игру, и потом кстати, почитаю, похож, чтобы без деле. Ассоциаций было. Только с этими, знаешь, такими кудряшками. Из 80-х. Ну, вообще-то Иосифа Сида срисовывали с имеющегося актера. Они ну да, но они пошли нашли, видимо, похожего на Кареша. Ну, смысл нет, искать нет. Похожего на Кареша, если можно просто нарисовать своими руками похожего на Кареша. Ну, анимация. Из анимации. Все равно ее так не нарисуешь. Ну, анимацию уже могут захватывать, но при этом лицо сделать другое. Ой. В смысле далеко? Господи, что ты там носишься-то? Я уже бегу к цели, она там что-то тусует. Где ты? Ясно. Ничего себе, такая пешкадралом нарезает. Так смешно бегаешь. Женщина с веслом. О, здравствуйте.
Ясно. Можно было даже не целиться. Так, ага. Я, короче, пощёль. Вы там бдите снизу. Так. Я надеюсь, ты не поднимаешься за мной? А где моя лопата? Не, не поднимаюсь. Блин, мой лопата пропал. А нет, не пропал. Говорят, вышек. Никто тебя не будет заставлять забираться на вышки. Да-да, а ты не слышала этого еще? Не, почему слышала? Это же в начале игры всем говорится. Да-да. Я не знала, что они повторять, кстати, это будет забавно. Не, ну а здесь же не обязательно, здесь же никто не заставляет, это я сама иду, понимаешь? Угу. Так, А мне, кстати, никого... Ой, блин! Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Твою мать. Ой! Прикинь, я с верхотуры, с самой вышки стрельнула, короче, в белый фургон и сквозь крышу попала в водителя. Он умер, вывалился, машина остановилась. О, господи. Ты можешь себе представить это вообще? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. С дробовика, блин. Да как? Градировать в этой игре норм. Да, вполне. У него понятия, в него попадаю вообще, нет? Я лежу, если что. Вообще-то тебя должен воскресить бумер, но он что-то не спешит, да? А, нет, бежит. Нет, это я его тыкаю. 13 метров. Во, идет, все, идет. Это я его тыкаю. А, понятно. Может, он, конечно, сейчас сделает что-то? Да, поднимает. Отлично. Скотина, а? Господи. Умри от моей лопаты. Умри еще от моей лопаты. Блин, у меня лопаты стали появляться. Нормально вообще, нет? Нет, их 3 штуки можно с собой взять. А, понятно. Вип-сектант убит. Господи. Так, беру... Нет, стоп. Главное не съехать отсюда раньше. Так, подожди, а где... Не отъехать. Ты, слушай, ты что, мирного убила? Нет, это я ничего не делала. Я вообще как бы наверху. Он валяется. Так. Блин, тут его спасти можно было. Минуточку, вопрос дня. А? А где уничтожить? А где нажать? Может, я слишком высоко забралась? А что ты делаешь там вообще? Я пытаюсь уничтожить башню. Может быть, мне и не нужно забираться было, чтобы ее уничтожить. Может, мне нужно было ее просто расстрелять? Мама, но... главное не отпустить раньше времени. Воу-воу, тихо. Подожди. Да. Здесь еще какая-то туль бумажка. Я не поняла, что... я поняла, это у нас что-то все уже. Вверху тарелочки. В тарелочке стрелять, да? Здесь еще какая-то иконка, как будто бы здесь что-то подобрать можно. В спутниковой тарелке. А, вон она внизу. Вот видите, иконка. Слушай, внизу, вот в самом низу, вот там, где бумер бегает, смотри, там иконка, точечки, как будто бы что-то подобрать можно. А, вот. Ты видела? Мы три я видела, что ты делала. А прикинь, ты такая ходишь, и у тебя такие... Ага, прикинь, я такая хожу наверху, а вдруг башня начинает падать. Слушай, да вот... никакая башня, я же эти самые штуки снимаю. Я видела, да. Что ты делала? Не надо! Слушай, внизу, ой, господи. Женщина. Ой, меня убивают, мать, спаси! Снайпер! Снипер, давай! Сверху. Давай. Таблеточки выпей, пожалуйста. Слушай, они внезапно так испаунятся, прям кучей такой. Козлы. Козлы! Слабаки! Чё вы на меня? Что ты останавливаешься так не вовремя, а? Ой, меня, замечено, по-моему, парни. Заметили. Да, мне говорят о том, что тебя заметили. Это ша что было? Мама.
Я тут как на ладони. Ау, кто это делает? А я тоже не понимаю, кто это вообще? Кто это делает? Ау! А что происходит вообще? Так, а, вижу! Ах, гнида! Он за РПГ-хи, что ли, да? Откуда ты, да, подгаживает? Пожалуйста, из бинокля его найдите, потому что я его не могу отсюда. А, вижу, нашла. А где он? Вот паскуда. Майя, где он вообще? А, вот, нашла. Умер, все. Нашла скотину. Все, умер уже. Била? Да. Вот это, блин, да. Так, а вопрос тогда, подождите. У Севен есть кошка. Севен сейчас пойдет. У Севен даже две кошки. Так, пойдем. Еще один. Да в смысле еще один, я лезу? Я убиваю его, спокойно. Нет. Блин, да ё-моё. Ну и где он? Не. Там, где я лежу, короче. Курьёвость. Ясно. Почему нету... Нет саперных лопат? Лопатки саперные. Ну, не саперные, но есть. Бумер, спасибо. Ох, уф. Он уже выцеливал в меня, мразь такая. Так, где эти? Вот она. Угу. А, супер! Первый этап пройден. Переходим ко второму. О, зацепитесь за вертолет с помощью кошки. Где? А мне тоже надо? Ты что ли? О. Баганули меня! Баганули! Прикинь, короче, я лезу, а мне, видимо, подкинуло, и я, короче, прям в винты влетела лапы. Назад пути нет! Если ты, я и Ирина не преуспеем, можешь забыть о Фул Сэнди, как и о всей планете. Ну ты жопа, конечно, меня убил винтами, гнида. Где ты есть, ты сволочь? Слишком далеко отсюда. Он решил, что ты залезла. Но не те, что запускают. Машина у нас тоже нет. Козёл. Наши инопланетяне эгоисты и... Я должна была красиво лететь сейчас по-эпическому, понимаешь, оттуда, прям сверху. Он взял меня, закинул кругалем в винты, я почти сдохла. Да, жесть, конечно. Обидно сейчас, вот так красиво было. Я тоже должна была, наверное, залезть. Да нет. В общем, не судьба, короче, на кошке залазить. Машинка! Стой! Нет, колеса это странно было бы стрелять. Стой, мразь. А, нет, он... Сколько метров? Ты представляешь, как мы его на вертолете сейчас догоним? Блин, это же пипец. Да, помри ты уже. Да стой ты, господи. Да стой ты, я сказала. На ходу прямо. Залезла такая. Залезай быстрее. Залезла? Угу. Да. Блин, так обидно. Сейчас прикинь, я бы красиво летела. Чё я? А я? Мне бы тоже, наверное, надо было подняться. Сволочь, испортил мне своими винтами. А без счастливой? Ой-ой-ой-ой-ой. Гущу кидаешь. Мать, зря кидаешь гущу. Мать, ты что творишь? Подожди, могу РПГ взять? Нет, только лопату. РПГ, пожалуйста, уберите из салона. Бумер, прости, милый. Давай. Подожди, сейчас РПГ закину у них. Шучу. Блин, не любим, конечно. Уходи сюда. Ты ж моя прелесть. Что-то я задумалась. Ты ж прелесть моя, а да. Эй! А, мы здесь, кстати,
По-моему, чувака из электрического поля выпускали, помнишь? Да. У-ху-ху, ура, наконец-то. Чего? Я полетела. Аривидерчи, малышка. А я? И он сел. Черт, я думала, мы полетим, чувак. Приехали, называется. Гнида, давай, да. Это тот, которого мы спасали, помнишь? Я в курсе, как бы, да? Да. И чё? Ты сел? И чё ты сел? Я могу разобраться сам, но буду благодарен за помощь. Ясно. Благодарен за помощь с чем? Может, мы побеседуем как-то? Началось! Что? Покинуть транспорт? За что? Почему? Ой, блин, блин. Смешно. Окей, вау, тихо. Клаустрофобик! 1000 баксов! Как оно, спрашивает? Офигенная игра. Спасибо тебе огромное за донатик. Такой приятный, приятник. Большой, красивый донатик. Спасибо, очень приятно. Ой, какие они, слушай, блин. Поддержечка, да? Прям, прям очень вовремя. Спасибо тебе. Ать. Наконец-то. Игрушка топ, серьезно. Мне очень нравится. Да. Ой, блин, в смысле? Вот у Иры еще... Вот просто понимаете, чтобы вы понимали, я как бы не перенасытилась Far Cry, просто потому что в четвертый я не играла, в Primal я тоже не играла, третий я играла, и в принципе я там реально все делала. И охоты, и неохоты. В третьем? Третий Far Cry, да. Третий. Второй там вообще все плохо. Ну, там была первая попытка сделать открытый мир, и там, знаешь, вот одна пустошь, желтая засранная трава, и, короче, все страшно. А в третьем хорошо, да? А в третьем там джунгли, песок, пираты, вообще огонь. Но там, к сожалению, немножечко есть одни моменты, но я тебе не буду ничего говорить, чтобы, знаешь, не мешать твоему восприятию. В третий обязательно поиграй, must have, как мне кажется. Если тебе нравится этот, не помешает. Ну да, я знаю, что он по сюжету очень крутой. Это, знаешь, это такая первая осознанная. Ну, то есть, после второго они просто в третьем, это, знаешь, вот прям прорыв. Реально, вот после него начали на Far Cry очень многие ориентироваться, начали добавлять харизматичных персонажей. Там очень харизматичный злодей. Единственное, но в определенный момент, скажем так, случается штука, которая немножечко сбавляет динамику сюжета и становится уже не так хорошо, как хотелось бы. Понятно. Вот, но, в принципе, норм пойдет. Если потом, после вот этого момента, знаешь, если до него прям сконцентрироваться на мире, на все, на всяком разном, а потом после него только на сюжете, можно как бы, в принципе, то тогда, хорошо, то да. Тогда неплохо, да, пойдет. Сбалансировано. Ну, более-менее, да. Но там просто локация очень приятная, то есть представь себе, типа необитаемый остров, джунгли, песок, водичка, то есть там очень красиво. Как в Лосте прям. Четвертый, говорят, тоже неплохо. Но четвертый это чуть-чуть прокачанный третий. Но как бы... Я в четвертый не играла, я ничего о нем не могу сказать. Поэтому не буду врать, да. В общем, клаустрофобик. Спасибо тебе большое. Если тебе нравится третий, четвертый, в принципе, возьми этот. Он реально прикольный. В коопе вообще огонь. Мать, куда лететь? Сейчас тебе скажу. В принципе, мы можем... Я ее толком не вижу, ты меня лучше ориентируй. На восток. А, вон, вижу. Которая 800 метров, да? Наверное, да. Там внизу что-то лежит. Мигает. У тебя патлы так развиваются твои. У тебя тоже хвостик. Ну, у меня-то хвостик, ему положено. Так. Господи. А кто хост? Хост я. Поднимемся повыше, чтобы елку не собирать. Слушай, а вот эту башню не надо уничтожить случайно? Можно, да. Слушай, сейчас взлети. Огнемётчик, смотри, такой. Я хочу кое-что попробовать сейчас. Что сделать? Взлететь повыше? Ты улетела на этом самом? Смотри на меня. Смотри, я лечу! Только там я уже не летела, там, а что-то там другое было. Ясно.
Встретилась с кустами? Я расправила впервые, кстати говоря, костюм крыло, но это странно сработало. Костюм крыло? Что странная штука. А ты его как-то специально... Оно не так должно, по-моему, было работать. Короче, я приземлилась, ребят. Чё? Это ты так приземлилась? Да, нормально. Я живу, главное. Ясно. Смотри, так я еще и взлечу. Чё, ты сомневаешься? Смотри. Смотри, зачем? Ой, все, сажусь. Спокойно, спокойно. Нельзя так делать, ты что? И два креста, три. Для меня теперь бумера. Ты раскрыла, надеюсь. Блин, опять эти? Ой, у меня аж живот свело, слушай. Хорошо, пресс, нормально. Кубики будут. У меня заворот кишок будет быстрее, чем эти большие кубики. Ой. Я аж вспотела, господи. О, лут, отлично. У меня аж горло зарезало, слушай. А, это ты там умерла, да? нет. А кто это? Может, пёся? Нет, слушай, пёся, а ты в аркаду уже играла? Нет. Вообще. Там какой-то союзник, кстати, потенциально умирает очень активно. Да? Угу. Может, этот наш летун? Да он же орал. Не-не-не, он же не активирован. Это какой-то левый чувак. Всё, он, по-моему, суетится. Я не вижу, кстати, никакой метки. А уже все закончилось. А он воскрес, по-моему, сам по себе. Его, видимо, друг поднял или что-то такое. Стой, чувак, давай поболтаем. Все пытаемся спроводить отсюда одну девчонку. Скайлор. Но та говорит, что не уйдет без своей рыбы. Какого-то адмирала. Ой, далеко от меня напарника. Ладно, я туда, прикройте! Какая-то Скайлор отметилась. Ты не хочешь на вертолете дальше полететь? Я боюсь с тобой летать теперь. Да, ладно. Я хороший летун. Кстати, я только сейчас вспомнила, я хотела на это среагировать пораньше, но забыла. В чатике написали то, что где-то плачет один Джон Уик. Это что значит вообще? Это что за наезд? Давай, ты летишь, я еду. Сейчас разберусь. Слишком далеко. Это, мне кажется, он меня подобьет раньше. Ты силосная башня, сейчас я поломаю. Жалко, в вертолеты не боевые, блин. Где? А, это, блин, был бы здесь Бузерт. Ребят, что-то у вас там ошибка, клип ошибку выдает. Опа, наехали, слышь? Слышь? Не понимаешь. Слышь? Уходим отсюда! Скотины, блин. Полетать не дает, блин. Так, силосной башни. Ну, понятно. Добрый день. Да умер он уже. Да как же, а как он машину-то водит? Ну, у него нога-то на осталась, и рука на руле, соответственно, он умер и не понял еще этого. Здесь можно обшмонать кассу. Она пустая была? Нет, не была, нормальная. Да я там уже везде побывала. У тебя же свой лут, не забывай. Ну, вдруг ты еще не была тут, я-то не знаю. Здесь, кстати, ящичек еще желтый, что это? Да, да, находила. Ну что, на голубую метку эту какую-то? Вот 200 метров, которая, да? Можем на машину сесть, там, кстати, пулемет есть. Или вертолет продолжить путешествие. Ой, что за... Там еще
клип это про приземление года. Слушай, а смысл лететь 100 метров? Ну, убей меня, блин, винтами, я тебя умоляю. Не сядешь? Нет. Ну, ладно. Тогда я тебя задавлю. О, тут какое-то поле. Странно. Блин, боюсь. Блин, вот эти штуки, по идее, можно как-то сбить. Ой, ой, мамочка. Блин, пипец. Это было в жопу, я знаю. Я нашла овца, блин. Кто мою собачку обижает, мрази? Бумер, давай. Подъем, малыш. Да господи, сдохни что. Так-то ты. О, черт! Огонь, огонь. Не то нажала, блин. Че, лежишь? Не-не-не, просто я обычно, когда вижу, что я в пламени, я начинаю контрол по умолчанию жать, чтобы сразу его сбить. Блин, а сейчас использовала аптечку просто. Хотя не стоило. Раньше времени, короче, навела. Я, конечно, стою, но как перст. А ну не трогай. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. А, кто это делает? Так, стой, скотина. Он за тобой, за тобой. Да умер он уже. Это самоубийца 2018. Не, ну согласитесь, круто вообще. Постоянно что-то происходит. Все, стерли нашу грешницу. Ой, яблочки завезли. Еда появилась у нас, смотри. Заживем. Ну, господи. Аванпостик тентев освобожден. Я воин крыш. Опять заливает. Эту опухоль нужно вырезать. Ты можешь отказываться от моей помощи. Не говорить «да». Но пока ты противишься, боль, которую ты нам причиняешь, будет старицей возвращаться твоим друзьям. Надеюсь, и другим. Не знаю, сколько еще протянет Хадсон. Подумай об этом хорошенько, помощник. Слушай, а интересно, ее надо на время спасти, не как вообще? Не, я не думаю. После просто в третьем Far Cry есть вариативность. Ты там можешь кое-что сделать, а можешь этого не делать. Можешь. И у тебя тогда. Там несколько финалов. Ну, то есть, можешь стать козлом, а можешь стать хорошим. Ну, то есть, есть выбор, короче говоря. Это прикольно. Так. В принципе, сюжетное вот оно, с винофермы Вудсонов, но у нас здесь еще есть побочечки рядом. Вот смотри, кстати, если на юг пойти, там тайник, а потом Вендел какой-то и еще ранчо Келлетов. Видишь, да? И там, кстати, амбар Хайда. Я пока в магазине сейчас секунду. Так, а тут у меня что? А тут у меня коробка. О, клаустрофобик, что ж ты творишь? Клаустрофобик дублирует 1000 баксов. Спасибо тебе огромное. Там ссылочка какая-то. Ну, не баксов, ну ты же понимаешь. Спасибо тебе огромное, клаустрофобик. Ты прям жжешь сегодня. Там ссылочка какая-то. Я не смогу ее сейчас открыть. Я открою после стрима, ладно? Спасибо тебе огромное за поддержку. Очень-очень круто. Очень-очень приятно. Спасибо тебе. Дайте яблок пожевать. Трейлерный парк Мунфлауэр. Раньше приезжали 7 Мунфлауэр. Сейчас там пусто. Только какой-то придурок слушает музыку на полную и сжигает все, что видит. Отличный кандидат для бомбы. Так, какая-то акула Бошоу. Бошоу, да. Смотри, тут... Причем такая крупная побочка, видишь, такая ромбовидная. Да-да. А ты читала... Записки фермера? Да. Читала, теперь, теперь читала. Угу. Читали? А вот, смотри, автоответчик, кстати. Чандра, молю тебя. А
Они перевернули Чучундра малючий. И тебя тоже. Я не возражал, когда ты вступила в секту, но ты изменилась. Согласен, я слегка перегнул, когда не хотел расставаться с тачкой, телеком и так далее. Все это было важно. Пока я не понял, что потерял тебя. Хорошо, что мы все продали. Но Санрайз не главное. Главное это ты. Знаю, ты упряма. И я зря прошу, но Чандра, пожалуйста, вернись. Чучундра. Выключила раньше нет. Времени, что ли? Нет, не трогал. Что-то резко еще. Это он так резко почему-то хоба нам. Угу. Так, смотри, что у нас тут есть? Вообще, кстати, честно говоря, я бы какую-нибудь. Надо посмотреть, открылись ли какие-нибудь пистолеты новые, потому что вот этот он, конечно, офигенен. Да, но недостаточно. Ну, слушай, нет, достаточно, меня... достаточно. Просто я хочу что-нибудь новенькое уже, просто посмотреть, вдруг там повеселее что-то есть. Мне вообще нужны бабосики. Поэтому я пойду, наверное. Куда? На охоту? Пистолетики открылись! Пистолетики открылись новые. Поблизости лес есть. У меня просто 400 баксов только осталось. А вот жалко, я не могу тебе отдать денег. Слушай, а зачем тебе деньги вообще? На что ты хочешь потратить? Ну, пистолеты. Что? Ты хочешь пистолеты, а я не хочу пистолеты. Так я смотрю, здесь просто... Здесь разница между твоим изначальным пистолетом и новым, знаешь, только в чем? В том, что... У твоего урон выше, но скорострельность на единичку меньше. А у нового урон ниже, но скорострельность на единичку выше. Ну, то есть, единичка минус там, плюс там. Ну, то есть, понимаешь, да? А стоит он, ну, как бы... Ну, нет смысла. Ну, скорострельность нахрена нужна, а лучше урон, как бы. И у тебя вот как раз изначально твой пестик, он лучше. Здесь есть, конечно, скорпион, да, ППшечка. Вижу, да? Я уже тоже около магазина. Ну, как бы, нахрена она тебе нужна? Ты ППшкой не пользуешься? Не люблю. Да, они мне попадались, кстати, ППшки. Тем более. С дробовиком там все закрыто, ну, вот эти цветные не считаются. Хотя, кстати, вот второй какой-то дробовик, он хуже, кстати, чем первый. А у меня не открылся, кстати, второй еще. А у меня открылся. Современная модификация дробовика М133, от него внутренние органы пострадают сильнее, чем от очень дешевой водки. И причем самое интересное, то, что у него точность и удобство... А, это из-за прицела у меня. А разница тогда, простите, в чем? А никакой разницы, получается. На него поставить прицел, он такой же будет, как первый. А смысл? Да, странно. Слушай, кстати, знаешь, что у предпоследнего дальность прицела гораздо выше, чем у того, что у нас сейчас. Чего-чего? У предпоследнего... А, не, хотя такая же. Да я про прицелы, которые для снайперки. Короче, фигня. Вот здесь винтовочки новые разве что открылись, прикольные. 16 очков. Здесь, смотри, самая первая винтовка, вот, ну, тут автоматик, скорострельность 8... Урон 4. И точность 6. Ну, без обвесов. А третья открылась винтовочка. Вторая 7-7. То есть точность урон 7. Удобство 5, скорострельность 5. Третья 7-5. И скорострельность удобства 6-5, соответственно. То есть, грубо говоря, смотри. У второй точность урон 7-7. Скорострельность удобства 5-5. У последней 7-5-6-5. Понимаешь, да? Значит, ну, то есть, грубо говоря, урон у третьей поменьше на единичку, на двоечку точнее, но побольше на единицу у него скорострельность, ну это бессмысленно абсолютно. Ой, пардон. У меня до сих пор горло умирает. Господи. Клаустрофобик, что-то с ума сошел, он дарит подписку Йору Штраус. Спасибо тебе большое, клаустрофобик. Ты не только поддерживаешь, ты еще и меня, ты еще и подписки раздаешь. Огонь просто. Ты сегодня жжешь, как я не знаю кто. Как местные огнеметчики. Ты жжешь сегодня. Спасибо тебе огромное за поддержку, за участие. И вообще, очень-очень круто, правда. Спасибо. Я вот не знаю, взять ли что-нибудь. Потому что снайперка... Блин, я хочу какую-нибудь новую снайперку, прикольную. О, вот я вот эту хочу. А как ее открыть? Чтобы получить этот предмет, повысить общий уровень сопротивления до 5. Учитываются все регионы. О, смотри, тут, кстати, можно прокачать эксперт винтовки сделать. Снайперский ускоренное перезаряжение, прицеливание, смена оружия. О, ой, я рогатку нашла. Можно взять рогатку, прикинь? Круто.
Слушай, мать, а костюм этот самый летательный, он как? Нормально? Или я не успела его оценить, потому что я его включила и спилилась в забор. Я здоровье себе повысила. Кстати, да, насчет навыков, что там? Ой, не туда. Костюм крыло. А зачем? А в чем разница между парашютом? Просто парашют дольше раскрывается, что ли? Или что? Ну, как бы парашют ты летишь куда-то, а костюм крыло ты как бы можешь левитировать. Ну, то есть медленнее лететь вниз, я так понимаю, наверное. Ну и целенаправленно, более маневренно, наверное, это как-то все работает. Слушай, я прям не знаю, что бы взять. Я увеличение здоровья. На 200% максимальный запас здоровья, господи. Серьезно. А вот, кстати, да, надо бы взять, что ли. Так, это рыбалка. Так, надо что-то с оружием придумать. Юра Страус, ты у нас, кстати, да, первый раз с подписочкой, с первым разом тебя глядишь, тебе понравится, ты зачастишь к нам с борщом-то. Я, кстати, горелку-то я не взяла, я, видимо... я хотела горелку взять, а ты нас телепортнула, я вспомнила. Костюмчик можешь забабахать себе какой-нибудь. Ребят, кто-нибудь хочет переодеть нашу маленькую женщину? Слушай, а несмотря на то, что ты хост, у меня же моя прокачка сохранится, правильно? Ну, я надеюсь. А, ну да, весь прогресс, в принципе, сохранится. Ну, там писалось, да, что прогресс сохранится. За исключением сюжета. Это читерство, конечно. Так, смотри на меня. Чем? Одежда? На меня вообще. Спецагент. Ты, кстати, тоже этот костюм можешь взять. С глушителем, да? Блин, что произошло вообще? Чё, вы чё беситесь-то? Магазин закрылся, кстати, смотри. А чё это они? Ты можешь тоже, слышишь, этот костюм взять? Да-да-да. Он в костюме. У меня сейчас денег все равно не хватит. Так он халявный. Он открылся после того, как мы Грейс... Мы в костюме... Помнишь, мы в доме Армстронгов были? Я сказала, что там костюм появится, если мы найдем тайник. Так, женщина, ты что скажешь? Соответственно, в костюмах, да? Чё вы беситесь, да господи, дебилы? Майк, ну у тебя, это сюжетный-то у тебя же. Поэтому у меня он не открыт. Не открыт? Mm-mm. Да ладно. Это... Ну я не вижу. Чё они делают, блин, чё вы крушите? Сейчас вам колёса перебью. Вот, чатик, если ты ещё раз скажешь, что я плохо вожу, посмотри на этих людей и успокойся вообще. А тебе что, говорят, что ты плохо? Ну, они говорят то, что я убийца от бога, понимаешь, на дороге. Они не понимают, что я просто сокращаю дорогу. В небе не забывайте. Не, в небе только на самолетах. И то за счет клавиатуры, которая неудобная, инверсия. На геймпаде-то все неплохо было. Так что все вариативно. Чатик, мы оставим этот костюм или переоденем нашу бабу обратно? Хотите военную форму? Мы еще можем всякие другие взять. Ну, это, в принципе, вот у нас и было. Это только руками я сделала. Только здесь штаны другие. Костюм вот такой вот у нас сейчас стоит. Военный. Ну, может, как бы копы? Как бы. Как бы, да. Как бы, да. Господи, что за кровь. Это вообще пипец. Но мне нравился наш изначальный костюм, и этот, в принципе, тоже неплохо. Ой, блин, это чё такое произошло? Что случилось? Ты где меня вообще? Меня взрывают тут вообще. Ты куда ты уехала, мать? Я пошла за пумой. Мне нужна шкура, потому что мне не хватает денег. Сокращает дорогу в ад. Там моя собака, что ли, умирает? Знаете, что надо сделать? Надо купить... У меня же нет глушителя на снайперке. А, нет, есть. А, там просто чувак с РПГ был, вот в чем дело.
тут, кстати, тайник какой-то. Ну, я типа тайника. Я Рэндалл Редлер, но все зовут меня Ред. Обычно я не гружу своими проблемами всех подряд, но Дач так тебя хвалил. Во Вьетнаме я служил вместе с группой местных. Мы многое там повидали. У нас был договор. Если в округе случится нечто подобное, мы не останемся в стороне. Мы собрали немало пушек, патронов, снаряги. Назвали нашу коллекцию «Фондом свободы». Рассчитывали, что он поможет нам ее сохранить. Но с тех пор прошло много лет. До сегодняшнего дня дотянул только я. Мы заперли снарягу, и каждый хранил часть кода к замку. Выгравировали их на зажигалках. А, там код. Помоложе, слева. Из дома слева. Но сейчас, черт, я просто убьюсь зазря. Прошу, найди их зажигалки. Принеси их мне, и сможешь забрать что-нибудь из нычки. Разрази меня гром, что-нибудь, если я позволю сраной секте сравнять мою страну с землей. Слушай, кстати, интересное задание. Вроде звездочка, да. Вроде интересное. Блин, надо тогда их сделать. Клаустрофобик тем временем рвет мне сознание, отправляя еще 1000 баксов. Ну, вообще, клаустрофобик, ты просто космос сегодня. И спрашивает, как подружку поддержать. Это нужно пройти к Ире на канал. Ссылка есть под плеером. Там вот список игр, которые мы проходим. И там как раз ссылка на ее канал. Так что, если хочется, вот, вот туда, пожалуйста. Спасибо тебе еще раз, клаустрофобик. Ты прям огонь. Молодец. Прям, знаешь, за... Спасибо, правда. Прям от души спасибо. Круто. Так, подожди, а где у нас получается зажигальки-то? Зажигальки вон, 350 метров. Я чуть не понял. Садись, да. Поехали. Довезу. Я их, походу, не вижу, слышишь? Так ты их то видишь, то не видишь. У меня, у тебя, ну да, вот здесь как-то странно. У тебя метки есть, да, на них? У меня и на них нет меток. Так не на... Блин, ну, как бы, у меня стоит на зону, понимаешь? А. Мать, мы застряли. Это не то, подожди, это не то. Нормально я вылезла, смотри, из-за того, что я не смогла вылезти, я вот телепортнулась на крышу. Так, минутку. Ладно, мне тут тоже нормально. То, что у них было. Да. А, ты метку, ты задание активно, может быть, тебе нужно сделать? Да, я вот сейчас сделала, так. Нет. Слушай, а такое ощущение, что их... По ходу дела можно искать где-то. Ну, подожди, подожди, сейчас. Это вообще сколько времени? Так, подожди. Вендел хочет, чтобы нашли зажигалки его друзей, пока это не сделали сектанты. На них выиграли ценная информация. Mm-hmm. И вот где-то найдите зажигалки, понимаешь? Где-то найдите. Это, короче, видимо, по миру, что ли, искать? Это же аванпост. Зажигалки придется по всей карте искать, да. О, боже. Ну, это, жопа. Ну, это так, найдем, отлично. Не найдем, ну как бы окей. Силосные башни 6 из 12. Так, вот это вот. Доберитесь до амбара. А вот это где? Праздник живота. Во, кстати. Можно будет сделать. Поехали к празднику живота. Сейчас, давай, знаешь, что сделаем? По метке поедем? У нас, смотри, есть в 300 метка одна и в 300 метка другая. Предлагаю сперва до одной, она как раз в конце. Прорубаю все эти самые. Так, не задави. Задави, 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 оленя! Ура! Этот человек в начале стрима орал то, что я не буду убивать животненьких. Прости, невинный человек. Я говорил, что жалко. Что, не жалко, что ли? Не убивайте гражданских, тебя предупреждают. Да насрать. Я спешу. Я, к сожалению, снаружи. Я очень спешу. Простите, гражданские. Я не успеваю, я не успеваю ничего сделать, видишь? Ты что творишь-то? Убийца, всё, господи, пора убийца выходить. За рулем. Убийца на колеса. Ты ничего не понимаешь просто. Угу, конечно. Да ты скотина, слышишь? Что-то я же выпрямили. Убийца на колесах. Спаси меня, убийца. С
Спаси меня, спаси тебя. Так, воу-воу-воу-воу-воу, простите. Собачка, собачка, спаси меня. Все, собачка, по-моему, тоже сдохла. Не успели. Там жирных. Блин, много. Тут чувак, прям передо мной. Ой, ой, возврат через игру, через... Бессмертный, что ли? Блин, он прям передо мной стоял. А я, кстати, вижу, если я умираю, кстати, я вижу, как ты что-то делаешь. Причем не сверху, знаешь, серый экран, а я просто вижу, как бы, знаешь, вот как это происходит где-нибудь там. Да. Это, видимо, потому что... Потому что ты хост. Хост. Потому что я, если я умираю, то я ничего да, не вижу. Да, вот уже. Я тоже заметила. Собачка умеет спасать, да? Это где? А, ты тут? Я с тобой. Как за рулем так теряешь тоже. Так, все, не надо, пожалуйста, больше такого делать. Вот випа. Випа, пожалуй, разве что. Ой, господи! Вот тут что, странно было? О, блин. Ой, бля, подожди. Ой, блин, блин. Странно, кидала далеко, попала почему-то в машину. Ну, то есть машина взорвалась, а то, что за ней, куда я кидала бомбу, оно не взорвалось. Странная хрень. Так. Лопата. Прости, пёса. Так, спокойно, спокойно встаем. Воу-воу-воу, здрасте. О-хо-хо-хо. Ой-ой-ой. Блин, что тут, забор, что ли? Я ж тебе узас на память, ну, стрельну. О, слава тебе, господи. Причем, смотри, их не нужно прям, да, перебивать, да? Перебивать нужно, я последнего просто убила. А. Что, у меня такое ощущение иногда складывается, что они остаются еще. Прикольно сделали, да, так? Угу. Переход. Такой, вроде коровка сдохла, а вроде нет. О, жнец! Трактор с лопастями с какими-то, смотри. А был уже такой же? Нет, только сейчас открылся. Келеты славные люди. Не повезло им, но, как известно, пути Господни неисповедимы. Зато мы лишили сектантов склада с провизией. Теперь хоть сможем накормить наших людей нормальной едой. Ну, если, конечно, загоним весь скот обратно на ранчо. Пойди сюда на пару слов, а? А? Спасибо, что прогнала отсюда эдемщиков. К счастью, они не повредили ферму. Правда, они перебили почти весь скот. Но несколько коров разбрелось по полю. Сможешь вернуть их в загон? Нужно их отлично, задание. Кинуть в них камень, например. Или шлепнуть по заднице. Они убегут. Но продолжай их запугивать, и они пойдут куда захочешь. О боже. Это будет очень увлекательно, я чувствую, да? Избиение коров. Нормальное задание, да? А ты что скажешь? Тут одна женщина, защитница природы, искала способ справиться с судьбой. О, Кузнецов тут тоже озвучил. Давно от нее нет вестей, надо бы ее проведать. Ты, по-моему, с ним сейчас разговариваешь. Потискайся с бумером сейчас. Ты сбежала от Иоанна? С ума сойти. Вот, кто хотел увидеть, кто пропустить умудрился, это... Вот, Йоро. Как гладить бумера? Как гладить бумера. Ты, кстати, можешь погладить бумера? Да, я его уже гладила несколько раз. Ой, ты мой хорёшенький. Да, ты пёсик такой хорёшенький. Ты не одна. Мы все с тобой. Смайли, привет. Привет, ребят, кто подходит? Мы скоро покурим. Кстати, может, пушечки новые приоткрылись? Приоткрылись. О, тут дом можно зайти. О, чё на то, что надо. Так. Так, обнаружены новые места. Я карту взяла. Угу. Мощно. Так, ну тут особо ничего не поменялось. Блин, у меня дилемма, понимаешь? Угу. Мне вроде как хочется с РПГшечкой ходить, но... Зачем? Смысл? Она ну же да, нее, она там два раза понадобится и все. Практически. Но. И к тому же из нее стрелять, честно говоря, вообще неудобно. Слышь, автоответчик тут.
Хочешь послушать? Ну давай. Слышь. Ласный газ. Ну конечно, святош пушками не испугать. Они одержимы нашей говядиной. И думаю, мы скоро успокоимся. Только что купила. Боюсь, размахивания дробовиком будет недостаточно. Когда они вновь заявятся, придется все-таки пустить его в дело. В магазине можно купить карту с обозначением всех зажигалок. В смысле, а где? А, точно, за 1000. Блин, спасибо большое, Хантер Шторм. Да, где? В самом низу. Я просто обычно туда не проматываю, потому что здесь все закрыто. В предметах? Да, оно в самом-самом низу. Вообще там, где куда-то не опускаешься даже обычно. Спасибо большое за наводку. Серьезно, я бы туда даже не листала. Не видно, кстати. О боже. Ой, как неудобно сделали. Чё? Ой. Раскиданы далеко? Они их никак не выделить. Они просто вот как бы помечены вот этими кубиками беленькими. Приходится прям наводиться, прям, знаешь, носом елозить по этой карте, чтобы увидеть эти зажигалки. А, понятно. Так. Слушай, тут вертики есть. Тут, кстати, есть... А, нет. Нету. Рядом, кстати, с нашим местом ни одной зажигалки вообще. Я их вообще не вижу только что. Это надо приблизить очень близко. Их поблизости реально ни одной. Они где-то там на севере начинаются, в горах. Ну вот этот, когда к Вере пойдем, тогда. Кстати, силосная башня, по-моему, не уничтожена. Я вижу ее. Только она почему-то на карте не отмечена. Здесь, кстати, лагерь Деверспайков. У нас есть метка недалеко от... во-первых, вот этот лагерь мы его не отметили. Ну, то есть для быстрого перемещения это раз. Плюс там тайник. И к буквам мы, кстати, оттуда можем слетать как раз. Угу. К ЕС. Только, слушай, может, пойдем коров загоним, а? Ради так я вот уже потихонечку не приближаюсь. Слушай, а где камни брать? Мне скажите камни. Т, точно. Точно, я же помню, я с Валерой познакомилась, сразу камнем в него запустила. Было твоя манера общения. Конечно. Мне кажется, ты это перепутала нас. Ой, простите, извините. Бык, ты что делаешь? Блин, нифига себе, больше. Так, а вот я не помню, я куда-то поставила эти... Мама! Мама, спаси! Гони, давай их мне. Молодец, у тебя очень хорошо получается. Ты прирожденный. Прирожденный ковбой. Бычок, бычок не надо. Я тебя предупреждаю. Пипец. Бычок, я тебя предупреждаю очень сильно. Ну отстань, ты слышишь, алё. Пипец. Дай мне коров погонять. Пришел тут. Жареная говядина у нас сейчас будет. О, силосная башня сама собой появилась. Нифига себе, блин, вообще живучая зараза. Блин, бык, да отвали, слышишь? А я вот куда-то поставила эти камушки, и я вот не могу вспомнить, куда. Ну а что мне с ним теперь делать? Убивать его, что ли? Гоняй его туда-сюда. Куда я поставила камни? Блин, твою мать. Это не камни. Где камни? Черт, ладно, сейчас. Я ей, главное, куда-то переставила и забыла. Мать, я не могу слезть вниз. Стой там, отвлекай огонь на себя. Он меня на крышу загнал. Он весь, он все заборы сломал, слышишь? Замечательно. Все, он теперь сумасшедший, смотри. Он на тебя теперь кидается. Так, господи, где бросить камень? Бросить камень. Z? Почему Z? А, я же поменяла с биноклем, точно. Красную майку надела. Дам. Вроде. Не знаю, я не могу на себя посмотреть. Мне так непривычно, и мне как бы да. Там же можно переключаться между первого лица и третьего. Бешеные коровы все заборы сметают. Изи просто. И обратно такие. Слушай, бешеный купец. Угроза человечеству. Кошмар. Ты тоже к нему прячешься? Ау. Нет.
я не прячусь. Вот. Добыча бежит. Ну, сейчас его все будут убивать, так что... Когда он телепортнулся. Так, поехали отсюда уже. В принципе, мы вот как раз можем сесть на вертик и полететь к буковкам, а оттуда... Да, проще, наверное, на вертике. Озеров. Озеров. О, может, я сбоку могу сесть? Ай, господи, я тут хоть стрелять могу. Ты села уже? Да, я за тебя. Так, хорошо. А, господи, я поднялся. О, отлично, я теперь все время сзади буду сесть. Я тут хотя бы стрелять могу, потому что из обычного я не могу... Ну, когда рядом с тобой сижу. Когда я... Как это называется? Забыл. Ты штурвалом? Что? Нет. А что? Штурман... Нет. Штурман, да. Штурман, который второй пилот. Да, спасибо, ребят, спасибо. Мы летим к буковкам. А зачем, кстати? Посмотреть, как они разбиваются. Гениально. Вообще там нам вот здесь вот еще тайничок.